И всем хай, с вами я, Вега, и сегодня я буду играть в Берстер. В этом видеоролике мы будем получать долгожданного Ита и Шира. Вот наш долгожданный Шира. Чтобы получить Шира, вам понадобится прийти за колбой. Вот сюда. Заходите на карту Йорк, или как там она называется, и взять и сдвинуть вот этот магию. Тут у нас будет лежать вот этот, вот этот вот человечек и вот эта та самая колба. Мы ее взяли. После взятия нам нужно пойти на следующую карту. Название. После этого вот тут мы должны ввести код. Сейчас я вам покажу, что надо делать. В принципе, нужно пойти вот сюда, вот в это место. И нажать на клавиатуре вот здесь. Мы зашли, кстати, на карту аниме. Вот на эту кнопку надо нажать. У меня чуть-чуть запись сбросилась, поэтому все. Заново придется вам показать. Такое бывает. После этого нужно пойти вот сюда. И нажать на вот это. Вот кнопку. После нее нужно пойти вот на эту кухню. И нажать вот на эту. После этого у вас покажется код. Эти цифры нужно искать, но нам это не обязательно, так как код уже я знаю. Мы должны ввести код 9163. Вот такое его название. Вводим. А что-то ничего мы не получаем. Вот. 9163. Кстати, я начал переигрывать, так как на том сервере, все забагалось. Ничего страшного, сейчас я введу код. 9163. Вот, все получилось, и теперь можно идти. Я сразу же телепортнусь. Телепортнусь вот сюда. Вот тут у нас открывается могила, если что. Мы к нему должны зайти. Вот. Нас телепортирует на карту. Если вы брали колбу, то можно ее взять в руки, чтобы получить Шира. А если вы не брали в руки... Кстати, я играл в тот момент за Ита. Чтобы вы понимали. А если вы не возьмете этот колбу, то вы получите Ита. Вот, так что вам можно переигрывать два раза. Например, я возьму колбу. И сейчас на нас нападет Ита. Вот сам Ита. Да. Карта, кстати, наподобие аниме. Только все переходят. Вот тут написано... Desert... А, нет, Darest Friend. И все. Долгожданненький Ита получен. Либо Шир. Thank you.